Простая школьная коробка – настоящая кузница хоккейных талантов. С нее начинали свой путь все легенды ледового спорта. Именно такая импровизированная арена 32-го лицея стала базой для мастер-класса МХК «Белгород». Профессионалы хоккейного ремесла показали школьникам, как работать с шайбой, держаться на коньках и правильно бросать игровой снаряд. Берешь и подкидываешь. Круто, очень, мне очень нравится. Они как бы нас учат, как кидать подъемом и как больше кататься, как лучше тормозить. И мне это нравится. Лучше играть с теми, кто на голову выше вас. Самым полезным, я считаю, что надо быть честным, но при этом надо быть наглым. Никогда нельзя расслабляться, особенно в хоккее. Но же это спорт. После практических занятий игроки МХК «Белгород» поделились на две команды и вместе с хоккеистами 32-го лицея и 40-й школы сыграли товарищеский матч 2 периода по 10 минут. По его итогам победила дружба, и судья назначил серию буллитов, которая также завершилась в ничью. Игрой школьников профессионалы остались довольны. Ребята стараются, это самое главное. У них есть настрой, у них есть... Но они получают удовольствие от этого. Это самое главное, чтобы они получали удовольствие. МХК «Белгород» выступает в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги. В этом сезоне наша команда уже провела 30 игр и с 45 очками уверенно замыкает тройку лидеров чемпионата. Тренер коллектива Владимир Бовинов считает, что встреча со школьниками положительно скажется на результатах команды. Идет общение между взрослым хоккеем и начинающим хоккеем. И дети видят, куда расти, как расти, что делать, как развиваться. В принципе, в этом. Ну и, соответственно, позитив на свежем воздухе поиграть. Это большой позитив для хоккеистов. Следующий матч белгородцы проведут дома 16 и 17 декабря против молодежного клуба «Локо-юниор». Илья Лядвин, Андрей Андрейко. К этому часу в Белгород.